Всем привет, друзья! Мы сегодня будем смотреть, что у меня есть. Сейчас, ребята. Меня зовут Лев, мне 5 лет. Вот у меня такой... А вот кубок. Вот там что внутри. Там дырочка, там нету никакой воронки. Нету. Этот так его. Не надо. Камера не предназначена для того, чтобы пихать во всякие узлики. Вот. Камера здесь уместилась. Вот такие у него колеса. Одно колесо такое, а вот второе вот такие все ставят. Второе. А вот так он может делать. А еще вот так. Вот у него открывается вот эта штука. Вот. Еще вот так он может делать. Катерич, помоги Пашку. Я тут занят. Иди, иди, мой поточек. Нет. Ну вот. Какая-то штука тут написана. Вот еще. И вот его сия. И у него, блин, такие вот штучки. И с него назад, то он вообще может быть. Вот такой у меня грузовик. Кстати, я вам еще не показала кое-что. Вот у него такой... Масенький моторчик. Вот. Какой маленький. А там провода около него. Вот там видите проводки. А вот у него так, два... Две сына. Еще вот такая загогулька. Я не знаю зачем. Вот эта загогулька. Короче, мы его, по-моему, вчера купили. Я уже не помню. А кубок он не настоящий. Мы его тоже купили. Но он еще из пластика, но только из золота. Зато... Вот у него там какая-то кнопочка есть. Вот такие у него красивые колеса. Они какие красивые, как настоящие. Тут еще кубок я вам покажу. Вот он какой. Камера смешная. Вот он какой. А тут эта наклейка, не знаю зачем, тут написано «Лучшая сестра». Вот они, вот такой он прям красавец, без наклейки. Но зато у него вот так сверху все выглядит. А кубус, то есть кузов у него просто вот такой маленький. Хотя вон там кое-что интересное. Вон там, видите, моторчик. Там. Вы смотрите, что там. Ой, видите. Вот у него даже колесо тут. И лестница.
Вот так. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока.